Как вам? Мода 20. В каком мы году живем? В 21 или в 22? В общем, мода Lidl. Вот так вот. Маска в кармане. Многоразового использования. Сколько ей? Сегодня 3, наверное. Еще сгодится, да, на сегодня. Я тоже так думаю. Мороженое надо делать. Агрегат, ты готов? Мария Степановна, вы готовы? Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Он готов. Он готов. Так, ну что, загружаюсь. Хочу вам похвастаться. Купила черный молотый перец у другого поставщика. Обычно я брала у своей поставщицы, которая мне мясо, там, рыбу дает, все. Пыль. Ну, это баночка другая, просто насыпаю из пакетика пыль. А вот это я взяла тоже поставщика, где беру сальсичу. Посмотрите, какой перец. Он тоже называется мачината, это значит молотый перец. Вот так он крупными фракциями. Я как нюхнула, у меня сразу пробило нос до мозгов. Такой запах перца вкусный. Теперь посмотрите на баночку. Обратите внимание. У нее тройное открытие. Раз, два. Дюрочка поменьше, дюрочка побольше. И просто перец. Просто сыпь не хочу. Представляете? Вот это у меня теперь модный перец на кухне. По идее, должно щелкать, а оно щелкает, но тихонько. Да. Теперь эту баночку надо не поломать. Держать только открытым. Вот этот. И все. Ну-ка. Ух ты, какой перчик. Ну, прям перчик. Знаете, как в ручной кофемолке. Ой, какой запах. Ой, сейчас чихать буду. Green Pass, Come, Cambia, Дальса и Агусту. Включаю вам видео, приходит такая это. Без очков читаю, поэтому по слогам. Как в первом классе. Так, смотрите, сегодня Конди Джун. Я сюда натерла. Один кабачок. Цукини. Молоденький, молоденький, молоденький. Натерла его, как жульен. Хотела сделать инсалату русу, видите, резала кусочками. Потом думаю, нет, все-таки это будет Конди Джун с тунцом. И добавила листочек базилика. Жара, жара, жара. Народ в жару хочет жрать вот эту вот еду. Поэтому готовим для народа. А я только вон покупалась, а я опять вся мокрая, как мышь. Голову высушила, пришлось хвост завязывать. Мокрее еще больше. Пошла я на огород собирать помидоры. Завтра у нас будут помидоры с огурцами. Белье поснимала, все валяется. А, хай валяется, потом уберем. Приедешь ко мне убирать, понял? Да я Марете сняла кусочек, говорю. Рассказала, где ее мочалка, щетка. Со своей летунгой переписываемся. Говорю, там тряпки тебе положила, моющие. Все вот эти вот предметы. Потому что она завтра с утра будет на работе. А я уже позже приеду. Пришла за урожаем. Мареса строчит мне свои писульки. Натворила, набедокурила, все белье покрасила. Я говорю, таблеткой с посудомоечной машины разбила в горячей воде и выводи свои пятна. Не могу видео снять. От нее сообщение за сообщением. А я говорю, я на огород иду, вот это же показала ей. Она говорит, о, хата красивая. Я говорю, с удовольствием приду, поубираю. Я говорю, да я шучу. Я и сама справляюсь пока еще. Только что встречалась со своей Аленой. Я говорю, что ж мы будем делать с Гринпасом? Это точно нас подпишут сейчас всех делать эти прививки, потому что бары, рестораны, если нельзя заходить в бар, в ресторан, что выжжена вода без газа, то, говорю, баристы и повара, они же в первую очередь должны быть вакцинированы. Я говорю, Алена, я не хочу вакцинироваться. Она говорит, Маша, ты, говорит, что ты боишься? Мы, говорит, пережившие Чернобыль,
Для нас это как свежий запах духов. Прививка. Ой. Это точно. Боже, какая жара, ребята, какая жара. Ты просто от жары задыхаешься. Я не знаю, я... Купаться можно по 5 раз на день, а толку-то никакого. С тебя течет и все. Сегодня хмарилась, думала, может, дождик пойдет, может, где-то что-то капнет. Ага, распогодилось он. Такое смалево стоит. Пойдемте, хоть огород покажу. Я против света стою. Меня не видно. Ну и слава Богу, что на меня смотреть. Ой, вода слабо газированная. Так мало, что этот Green Pass для взрослых придумали. Сегодня в нашей местной газете Секолу напечатано, что школьники, начиная с 12 лет, не могут посещать школу без прививки. Так что делают это обязаловкой. Смотрите, у меня помидоры на земле валяются. Давно я вам огород не показывала. Я же их собираю каждый божий день. Посмотрите. Красные гроздья распускались. Ну, вы видите, они не страдают от жары, потому что у них очень много листа. Но только они ж прут на асфальт, эти помидоры. Ой, блин. Ёлки-палки, сколько ж вас назрело, сколько ж вас наспело. Луиджина даже не успевает поедать. Огурцы, конечно, вот так они, бедные. Ну, сейчас что-то посрываю, завтра в парк отнесу. Ой, ветерок пошел. Ой, ой, ветерок. Сейчас я эти огурцы полью все-таки, потому что сдохнут они. За субботу, воскресенье они сдохнут. Видите, желтеют. Бедолашки вы. Бедолашки. Никто вас не жалеет. Пошел бы дождь, я бы уже что-то новое посеяла. Ну что в такую сухую погоду, что ж его сеять? Видите, тут даже большие помидоры уже поспевают. Некоторые поспевают, некоторые просто, вон, видите, горят. Потому что они горят на солнце. Горят. Синим пламенем горят. Ничего не говорят. Да, помидор, конечно, море. Там наверху вообще те огурцы никакие. Им вообще гайки. Ой, а тут сколько помидор опять. Сейчас я вам покажу соседские помидоры, чтобы вы не думали, что вот это я вам сказки рассказываю. Вон стоят помидорята у мимо. Сейчас я их приближу вам. Так, камера, что не движешься? Давай вручную тебя придвижу. Придвинем. Придвинем. Так, смотрим. Фокусируешься на сетке? Не надо. Но у него там редко-редко, где какой помидор висит. Видите, вон один помидор висит. Больше я не вижу. Ну, маленьких помидорят где-то редко что-то такое. Он, видимо, им листья пообрывал. А я ж никому ничего не обрывала. Никаких пасынков, никаких загусенков. Все, что было, все оно и есть. Поэтому единственное, что я говорю, вот этот помидор я больше покупать не буду. Он уже второй год подряд. Он у меня, этот Романо кортится, этот длинный, который. А вот эти вот, вон они. Смотрите, сколько их красных. И туда вверх идут. Лезут. Так, вот этот огурец еще ничего. Хоть плоды редко на нем, но... А этот засох на корню. Что там наш лимончик? Никто еще не ободрал. Я говорю, Луиджина, у нас лимон появился. Он говорит, заберешь себе. Думала, еще один. Нет. Я говорю, у меня в парке лимоны есть. Я просто радуюсь, что он появился. Так, цукини тоже что-то вы. А, не, вон молоденькие начинают. Начинают молодые листья выбрасывать. Наверное, вот эти старые листья надо им трошки пообрезать. Трошки обчухрать его. Это тоже печется, бедный помидор, на солнце. Видите, вот бок сгоревший. Просто сгоревший. Надо собирать. Ой, скоро лук насеется. Даже смородина и та горит. Жаль, лист горелый у смородины.
Ви що, ти таке шкварило, що це ж... Ой, ромашки розпустились. Я думала, тут уже все затихло, завяло, зачмихло. Ні, куст, ви знаєте, живий. Живий, живий. Диня, ти що там? Мені дині, думаєш, какой-то цвіток випускати, чи не думаєте? Что-то куда-то она плетется. А буде з неї толк, чи не буде. В общем, ребята, занимаюсь я сбором урожая. Сейчас кину шланг, хай чуть-чуть эти огурцы польются, потому что жалко мне их. О, Луиджина, смотрю, немножко траву порвал. Как это ты? Ой, сейчас чуть-чуть, видите, зашевелился ветерочек. Зашевелился. Вот эти вот могут еще дать плоды огурцы, видите? Если их поливать, конечно. А если их так оставить на обум святого Лазаря, то, конечно, значит, толку не будет. Так что, ребята, вот такие у нас сейчас дела с этим гринпасом. Как мы будем выдергиваться, выходить из ситуации? Да? Как-то будем. Придется прививаться. А не хочется. Ой, не хочется. Ой, не хочется. Не колется и мамка не велит. Жизнь покажет. Не будем расстраиваться раньше времени. Еще до 5 августа. Ого, сколько времени-то. Еще 5 раз передумаем, надумаем. И вот так каждый день. Помидоры без полива. Ой, сама себя, блин, прикалываюсь. Это вообще атас. Ну, огурцы, конечно, без полива не растут. Но помидоры, ребята, по-моему, им шикардозно. Ой, хоть бы дождик пошел. Ну, какие-то тучки есть. Я думаю, что дождя не будет. Руки зелені-зелені, як зеленої жаби. Пока, ребятушки, увидимся завтра. Сколько ж уже время? Как зацепилась соседкой разговаривать. Я говорю, Анна, ты вот это будешь сейчас встречать, а я говорю, сейчас по твой треск усну. А она говорит, а я не могу. Я или что-то должна делать, или разговаривать. Я говорю, я пошла помидоры перебирать. Слышно, как у нас красиво звонят колокола? И что я сделала? Ой, сейчас покажу. О. Перебрала. Заморозка. Еда. Ой. Ребята, вам сюда. Первое отделение. Шагу марш. Мир рабочих и рабов. Ой, ой, кипит наш разум возмущенный. Ой. Ладно, не заморозятся потом. Лучше позакрываю. Как хорошо.